Михаил Дегтярев встретился с общественной палатой города Хабаровска. Главной темой обсуждения стало будущее краевого центра и участие общественности в концептуальных вопросах его развития. Также участники встречи уделили внимание предстоящему юбилею со дня основания Хабаровска. Общественная палата города Хабаровска была создана немногим более года назад. Цель ее создания – организация взаимодействия граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп с органами местного самоуправления городского округа город Хабаровск. Суть такого органа в том, чтобы были учтены потребности и интересы всех хабаровчан. Была обеспечена защита прав и свобод человека и гражданина, прав общественных объединений и иных некоммерческих организаций. Глава региона предложил уже сейчас сформировать организационный комитет, который возьмет на себя функции координатора всех юбилейных мероприятий в преддверии 165-й годовщины со дня основания Хабаровска. Общественники и градоначальник Сергей Кравчук со своей стороны попросили Михаила Дегтярева возглавить такой оргкомитет, на что в РИО губернатора согласился. Напомним, что Хабаровск ведет свою историю с 1858 года. Он был основан по приказу генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева после подписания Айгунского договора с Китаем, в соответствии с которым весь левый берег Амура переходил во владение Российской империи. С 1880 года – административный центр Приморской области, с 1884 года – административный центр Приамурского генерал-губернаторства. В ноябре 1922 года в составе Дальневосточной Республики вошел в РСФСР. С 1926 года город являлся административным центром Дальневосточного края РСФСР. С 1938 – центр Хабаровского края. Здесь располагается штаб Восточного военного округа и около 200 региональных органов федеральной власти и управления. Город является членом Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, носит почетное звание «Город трудовой доблести».